Мы должны, наконец, перенести свой взор от болгар, сербов и турок в средневековую Московию, в которой в 1523-24 годах старец Филофей пишет два письма, рассуждает об астрологии и мужеложестве и излагает, в числе прочего, свою картину истории. Два Рима, говорит, пали, а третий стоит, а четвертого не бывать. И третий Рим на этот раз у нас уже не Тырново, не Скопье, а Москва.